Привет, привет, привет. Николаевск на Амуре день за днем, второй час ночи, 29 декабря. Трое суток мы сидели без электроэнергии, вот только недавно дали. И трое суток мы сидим без сообщения. Без дорог чищенных и без сообщения. К сожалению, дороги у нас еще не научились чиститься самостоятельно. Думаю, еще лет 550 и все наладится. Ну, а пока дороги не научились самоочищаться, вот хорошая идея. Перевезу на снегоходе по городу. Классно. Осталось только идею эту еще развить, чтобы, да, чтобы можно было по району выбраться. Вот жене очень нужно было на работу, в магазин выехать в город. И пришлось ей идти ногами. А мне провожать ее до гарнизона. До более-менее нормальной дороги. Так вот, эту идею, я думаю, необходимо подхватить, развить и осуществить. И за эту идею самое время было бы схватиться руководителем вот, Николаевской на Амуре администрации. Вот, районная администрация. Обязательно, потому что эта идея сразу решит их проблемы, все проблемы одномоментно. Во-первых, закупка буранов позволит отмыть кучу-кучу бабла. Вот, можно будет построить еще хорошую недвижимость там в Комсомольске, в Хабаровске, в Одессе. Она, значит, даст возможность рапортовать каждый день, там, как классно бураны передвигаются по зимнему городу и так далее. Ну, короче, вам говорю, все бонусы сразу посыпятся. Глядишь, там, шпорт еще чего-нибудь подкинет на отмывку. Ну, да ладно, это пятое. Пока административные работники думают, вот, пока обезьянки из там 8 членов в одном управлении и 8 членов в другом управлении дружненько поднимают свои ручонки, вот. Давайте подумаем на эту тему, на самом деле. Возьмем, немножечко посамоуправляемся и организуем такое народное такси. Можно какую-нибудь группку сделать в WhatsApp. В общем-то, вполне. И все будет четко. Буран раз позвонил, выехал откуда нужно. Ну, денежки, конечно, будет стоить определенные. Подороже, чем на такси. На порядок, может быть, на два. Но дело в том, что бывает, и никаких денег не жалко, а выехать никак. Вот, Леонов свою машину отказывается предоставлять. Рязанцева в Красном свою машину отказывается предоставлять. Лично у них об этом не просил, но как бы неоднократно уже обращался через интернет-ресурсы. Молчат, как рыба об лёд. Итак, Николаевск на Амуре день за днем. Обсуждаем, думаем, решаем. Осуществляем решение. Всем пока!